Православный семейный фестиваль «Ромашковое поле» прошел на территории Покровского храма в селе Карпово 14 июля. Это мероприятие стало традиционным и проводится уже в 7-й раз. Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Символом этого праздника является белоснежная ромашка. Изначально данное мероприятие планировалось как такой приходской праздник 7 лет тому назад. Но, видите, со временем разрослось такой настоящий общегородской семейный фестиваль. В чем смысл этого фестиваля? Ну, в первую очередь, конечно же, объединить семьи. Мы сейчас живем в такое время, когда люди не имеют настоящего живого общения между собой. А здесь есть возможность вживую пообщаться с людьми. Вы должны понимать, что площадка церковная, и задача, конечно, фестиваля рассказать, в первую очередь, о Боге, о церкви, о семье, как малой церкви, вообще о традиционных духовных ценностях. Сегодня я с удовольствием посещаю и, конечно, поддерживаю всячески отца Андрея по проведению мероприятий. Сегодня в 7-й раз наши гжельцы, гости праздника, насладятся красотой, любовью, счастьем. Наши студенты всегда принимают участие в этом празднике, всегда проявляют активность и свои творческие умения, показывая мастер-классы, умения, свои навыки. И, конечно, это здорово, что и поддерживаются традиционные семьи, ценности, и наш университет – это активный участник всех мероприятий, проводимых на территории нашей гжели, и особенно на территории вот храма отца Андрея, которого мы всегда поддерживаем и принимаем участие во всех его мероприятиях. Праздник начался с выступления настоятеля Покровского храма отца Андрея. Мне очень хочется всех поздравить, в первую очередь, конечно же, с воскресным днем, с прошедшими праздниками, Днем памяти Петра и Павла, с Днем благоверного князя Петра и княгини Февронии, также с наступающими царскими днями. Это дни, особые дни, когда мы чествуем царственных страстотерпцев. И в эти дни, конечно, нужно особо поговорить о настоящей православной семье. И мне кажется, что наш фестиваль как раз для этого и создан, чтобы поговорить здесь, на территории храма, чтобы рассказать на территории храма о том, что же такое настоящая семья, что же такое настоящие традиционные духовные ценности. А то сейчас все об этом говорят, но по факту мало кто знает, что такое семья по-настоящему. И тот, кто будет внимательно слушать то, что будет нести сегодня с этой сцены, тот, я думаю, тот обогатится, и багаж твой знаний увеличит, и вообще обогатится духовно. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. Конечно, все начинается с семьи. И если крепкая, дружная, любящая семья, наше государство будет крепкое, непобедимое. Огромное спасибо сегодня за участие в празднике. На протяжении всего дня лучшие творческие коллективы домов культур нашего округа и сольные исполнители дарили гостям свои выступления. Субтитры сделал DimaTorzok.
Гости приехали на фестиваль не только из Раменского городского округа, но и из других городов Подмосковья. Всех удивила и порадовала разнообразная программа фестиваля. Музыкальный концерт, серия мастер-класс, шахматный турнир, напольные шашки и другие развлечения. На ярмарке мастеров все желающие могли приобрести различные изделия ручной работы. В рамках фестиваля работала полевая почта «Письмо солдату». Здесь мы пишем письма нашим ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО. И в этой палатке я рассказываю о движении «Сестер Милосердия», которые всегда сопровождали наших бойцов, помогали им лечить и душевные раны, и физические. И сегодня на нашем фестивале мы предлагаем всем написать письмо солдату, то есть внести такую небольшую лепту в помощь, да, нашим ребятам, в молитвенной поддержке. И мне кажется, что доброе слово и добрые мысли – это уже молитва. И я думаю, что общим таким делом мы очень здорово помогаем. А люди подходят вообще? Пишут? Да, подходят, пишут. И очень много молодежи, которые хотят написать все, что чувствуют, все, что желают. Что бы вы пожелали в День семьи? Я пожелала бы всем, конечно, здоровья и благополучия, и самое главное, любви и верности. Участники праздника могли пообщаться с братьями нашими меньшими. Яркие попугаи, величественные павлины и пушистые барашки привлекали внимание детей. А кроликам можно было даже почитать вслух. На фестивале царила очень душевная и теплая атмосфера. Многие гости уже не первый раз приезжают на праздник. Мы уже 7-й раз присутствуем на этом празднике. Нам очень нравится. Вот дети выросли здесь. Как тебе нравится? Да. Нравится очень. Нам нравятся очень концерты, организация этого праздника нравится. Мне концерты... Как обычно. Я люблю музыку. А мастер-классы? Ты пробовал уже что-нибудь? Ну, может, попробую сегодня. Ну, если мне бабушка разрешит, да? Ну, конечно, разрешит. Мы уже не первый раз. Нам очень нравится здесь быть, отмечать этот праздник семьи, любви, верности. Огромное спасибо за организацию такого праздника. Всем здоровья, счастья семейного, благополучия. Мы прихожане этого храма. Каждый год приезжаем на праздник. Нам очень нравится. Желаем процветания храму и отцу Андрею долгое благое лето. Фестиваль олицетворяет русский дух, потому что здесь люди раскрываются, здесь люди общаются, становятся добрее. Ну, здесь какая-то своя аура, которую мы потом передаем своим друзьям, коллегам и близким. Мы из активного долголетия в Раменском. Да, везде участвуем, в Воровском, в Сатурне, в городе. И приехали к вам, по области. Приехали к вам сюда, в Карпово. Да, на такой большой праздник. И желаем, что наш Раменский район тоже присутствовал здесь. И много-много радости приносил вот сюда, именно в Карпово. Фестиваль – это... Он организован не оттуда, а отсюда, то есть снизу. Это наша инициатива. Инициатива от людей. Ведь многие не понимают смысла церкви Христовой и думают, что церковь это только вот только те люди, которые ходят в храме. В храме находится эта церковь. Нет, на самом деле церковь это гораздо более широкое понятие, экклесия, собрание людей, собрание верующих. И здесь мы имеем такую возможность, как я уже говорил, вживую пообщаться, почувствовать себя настоящей церковью. Вот здесь, и поэтому вот эта атмосфера любви, радости, вы же если внимательно посмотрите, здесь написано, вот, допустим, любовь все переносит, там, долго терпит. Цитаты из Священного Писания, которые, как говорят, о любви, о верности, о тех ценностях, которые вор не крадет и моль не подъедает, вечных ценностей. Много улыбок, детского смеха, музыки и игр. Это лишь малая часть того, что было в этот воскресный день на фестивале. Всем хотелось, чтобы этот светлый праздник не заканчивался. Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую еще раз. Ну, вроде как бы заканчивать надо. А душа рвется куда-то туда в небо. Действительно, сегодняшний праздник, он настолько всех нас объединил, дал нам сил на грядущие какие-то свершения. Я думаю, каждый из нас, придя домой сегодня, после сегодняшнего мероприятия, как-то по-другому посмотрит на свою семью. Задумается о том, что семья – это не просто
союз мужчин и женщин для какой-то совместной хозяйственной деятельности. Семья – это то, что ведет нас в Царствие Божие. Мне хочется поблагодарить всех тех, кто потрудился в деле всего фестиваля. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе, мои порывы и объятия? Все вместе. О том и этом свете буду вспоминать я. И как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера.